Всем привет! В этом видео я покажу, как можно создать локальный репозиторий на своем ПК или сервере. Также продемонстрирую вариант создания собственного локального зеркала Arch Linux. Для начала определимся с зеркалом. Перейдем на сайт Arch Linux. На главной странице в разделе Tools есть вкладка Mirrorlist, перейдя по которой мы увидим список зеркал. Выберите подходящее для вас. У зеркала есть три адреса: HTTP, HTTPS, irsync. Скачивать весь репозиторий мы будем parsing, но для начала скачаем пару пакетов для демонстрации локального репозитория. Если вы вручную скачиваете пакеты, то не забывайте про зависимости. Вот для примера пакет GNOME калькулятор, также подойдут пакеты, собранные с Aura, но о них позже. Скопируем пакеты в папку, где будет располагаться наш репозиторий. Создадим базу данных командой repo-add. Здесь необходимо указать путь, где будет находиться база данных, и путь к пакетам. Чтобы не перечислять все пакеты вручную, вместо имени пишем звездочку. Так в базу данных будут включены все пакеты, находящиеся в папке. Опытным путем я установил, что база данных должна находиться в той же самой папке, что и пакеты, иначе работать не будет. После этого редактируем файл pacman.conf, название репозитория должно совпадать с именем папки, в которой лежат пакеты, ну и путь к ней указать не забываем. Как мы видим, все работает, кастомный репозиторий готов, только наполняй его пакетами. Другой вариант – скачать репозиторий целиком и создать локальное зеркало. Скрипт для скачивания, естественно, не мой. Ссылку на оригинал я оставлю в комментарии под видео. Все, что тут от нас требуется, это указать зеркало, с которого мы будем выкачивать репозитории, путь к нашей папке с локальным репозиторием, и также можно настроить фильтр пакетов. Фильтр устроен очень просто: если в начале строки стоит минус, то пакет не скачивается, а точнее все пакеты с подобным названием. Если стоит плюс, то наоборот. Например, если заблокировать все пакеты, начинающиеся на GNOME, но при этом поставить плюс GNOME калькулятор, то проигнорируются все пакеты GNOME, кроме калькулятора. В принципе, ничего сложного в скрипте нет. Для примера я скачаю репозиторий Core. После чего нам нужно добавить наше зеркало в файл Mirrorlist. Здесь также все просто. Вместо HTTPS пишем файл и путь к локальному репозиторию. Так как я скачал только Core, экстра качается долго, то соответственно обновится только репозиторий Core. Также хочу отметить, что в дальнейшем при обновлении локального репозитория он полностью загружаться не будет. Пакеты будут обновляться, то есть старые версии удаляются, новые загружаются. Спустя некоторое время я отфильтровал те пакеты, которые точно мне не нужны, большинство это скорее даже группы пакетов, скопировал скрипт, добавил в копии строку dry run, которая предотвращает загрузку репозитория, но при этом выводится информация о соответствии локального репозитория внешнему, таким образом можно оценивать, насколько локальный репозиторий отстает от основного. Также могу обрадовать пользователей PAMEC, он не просто скачивает все с локального зеркала, но и отображает кастомные репозитории. В дальнейшем ту же самую папку с репозиторием можно подключить к локальной сети и раздавать на другие устройства через общую точку доступа. Об этом я еще сделаю небольшое видео. А на сегодня все. До скорого.